случилось, почему не Коэн я? Все, кто с пейсами и в шляпе, были бы моя семья. Я служил бы в синагоге, обожал бы черный стиль, и ко мне шел за советом весь окрестный Израиль. Но вот не задалось, там что-то не срослось, не пала на меня такая благодать, и мне не удалось, хоть сердце высервалось, да мне не привелось у вас раввином стать. Мама, мама, как случилось, почему я не левит? Был бы я тогда в элите, был бы путь любой открыт. Как банкир или политик, как известный музыкант, или я писал картины, как художник Левитан. Но вот не задалось, там что-то не срослось, не пало на меня такая благодать, и мне не удалось, хоть сердце высервалось, да мне не привелось пока левитом стать. Мама, мама, как случилось, что же я не тот еврей? Был бы врач, имел бы степень, но было все как у людей. Был бы я телеведущий или известный режиссер, адвокат или писатель, ну на худой конец актер. Мальчик, мальчик, что с тобою? Мы же гои, мы с тобою гои, гои. Почему я гой? Да, ну почему я гой? Нет, так нельзя со мной. Я парень неплохой, но почему я гой? Почему я гой? Так нельзя со мной. Почему не Коэн я? Все, кто с пейсами и в шляпе, были бы моя семья. Я служил бы в синагоге, обожал бы черный стиль, и ко мне шел за советом весь окрестный Израиль.